Приветствую, мои дорогие! С праздника Пресвятой Троицы, с днем рождения Церкви, Церкви Христовой. И день мы сегодня отмечаем воскресенье после прошедших дней Пятидесятницы, 50 дней после воскресения Христова, и вот день. Сегодня я хочу написать несколько вещей важных, которые я до этого времени имею в сердце и в голове, и хочу вам сегодня о них рассказать. Дело в том, что здесь, где я нахожусь, я вернулся в Владикавказ, связь хорошая, перекачка информации быстрая, Ростелеком хорошо работает, спасибо ему. А в Ленинградской области, в Тиквине, где я жил, лимит на перекачку, и очень медленно качалось видео, поэтому они были скромные, небольшие по времени. И я там испытывал много проблем с этим. И спал плохо, ждал, когда закачается, и отправка была позже. Теперь этого не будет. Праздника присоединяется. Что я хочу сказать, что я вас всех что вы, я вижу, смотрите мои прогнозы по изобилующему моему каналу на Ютубе, где более 1000 видео, ходите, просматриваете. Мне это лестно, мне это приятно. Ищите для себя полезную информацию. Здесь, на Кавказе, я планирую пробыть до середины сентября и записать все те видео, которые я обещал, и по юбилярам, и по дням недели, и по первой, второй декадам, что это означает. То есть вся эта информация будет, безусловно, не переживайте, ее дождитесь. Жду также вас на приеме личном. Записывайтесь. Под видео есть все данные, номер телефона. Значит, для донатов есть карта указана. Жду их от вас. Они мне пригодятся в дороге, в пути. Потому что я такой вечный странник. Дух скитальчества, о котором я видео записывал, он мне склонен тоже. Очень по вам соскучился. Это мой, наверное, самый большой перерыв в видео. Поэтому еще раз поздравляю с Днем Пресвятой, с Днем рождения нашей Церкви Христовой. Пусть этот радостный день наполнит вас. И это последнее радостное видео, которое я хочу записать сегодня. Остальные дадут повод серьезно задуматься над тем, что нас всех ждет. Ставьте лайки, распространяйте это видео, поздравления. Идем дальше к содержательному видео.